Всем привет, друзья! Итак, сегодня поговорим о том, какую музыку можно играть на варгане. Вообще, я считаю, что на варгане можно играть абсолютно любую музыку, все ограничится только вашей фантазией. Начинал я сам играть музыку в стиле этно, потом уже начал играть в электронных стилях, такие как транс, техно, дабстеп. Также сейчас я рассматриваю варианты игры совместно даже с джазовой и классической музыкой. В общем, границ нету, надо пробовать, экспериментировать и создавать интересный творческий движ. Сейчас давайте рассмотрим вариант игры в трех стилях: этно, drum and bass и дабстеп. Буквально по 20-30 секунд на каждую. Поехали. Этно. Drum and bass. Здесь я задействую элементы битбокса. И теперь дабстепчик. Здесь нужно понимать, что должен как бы в голове играть такой ритм. И, соответственно, под этот ритм в голове вы начинаете играть. Можно ногой помочь, например. Ну, друзья, это только капля в море того, что можно играть на варгане. Развивайтесь, импровизируйте, кайфуйте!